А я у тещи был в гостях, ел грибы отварные, и с улыбкой на устах просидел везде в кустах. Продавал. Никто за гармошку цены не давал. Не клеился торг без рекламы, беда, и скромность его подводила всегда. Гармошка для дела любого пойдет, годами проверено, не подведет. А ну-ка, сынок, дай ее погляжу, надежность проверю, на ней посижу. С ума, что ли, сошла? Как на стуле сидеть? Винтажный объект для того, чтоб глядеть. Ой, девки, вот жизни мне вас не понять. Гармошка нужна, чтоб подруг соблазнять. Чего происходит? Тут я не пойму. С гармошкой и без не пойдешь никому. Купил бы ее, но смущает цена. Уж больно неброской с виду она. За броскою, тульской, во Флойд ты иди. Там все хороши. И друзей приводи. А мне-то что делать? Никак не пойму. Поднять или понизить гармошки ценой? На радость его услыхал музыкант.
поднимется, не усидит. Задорные песни ее так и легка. Над нами парит и летит в облака. Да, денег не жалко за этот товар. Гармошкой такою гордится базар. Как бархат! Задорная, словно река. Снаружи скромна, а вообще велика. От слов, от таких, осмелел продавец. И торгу вокруг громко крикнул. Олег, тебя я гармонь не отдам никому. Такая гармонь мне нужна самому. На этой гармошке сам буду играть. С такой гармошкой нельзя заскучать. А люди вокруг было взялись шуметь. И кто-то вдруг крикнул. Быть может нам спеть. А кто-то продолжил. А к песне сыграть. И вот заиграла гармошка. За Егорушку отдать. У Егорки дом на горке, тяжело воду таскать. У Егорки дом на горке, тяжело воду таскать. У Егорки дом на горке, тяжело воду таскать. Захотела меня мать за Иванушку отдать. А Иван Иванится, надо в ноги кланяться. За Михаила отдать, моего Михаила, вся деревня Михаила, моего Михаила, вся деревня Михаила. Захотела меня мать за Григория отдать, не люблю Григория, вот и вся история. Захотела меня мать зависима дать, выйду зависима, буду независима, выйду зависима, буду независима, выйду зависима, буду независима, выйду зависима, буду независима. Ну, это уже ситуация нереальная, так ведь? Кто же на такое решится? Верно! Нельзя в России без гармонии! На Руси всегда были в чести и стояли в особом ряду люди, умеющие красиво петь, играть на гармонии, плясать, сочинять и исполнять частушки. А в Мордовии таких людей ой, как немало! Ведь недаром по ее городам и весям, который год широкой поступью, идет республиканский фестиваль народного творчества. Играй гармонь! И сегодня мы приветствуем вас на гала-концерте фестиваля. В нем участвуют самые яркие и позитивные, самые талантливые и виртуозные, лучшие из лучших, исполнители из всей Мордовии. Да вы и сами все услышите. На Великой Руси, у кого не спроси, положивши на сердце ладонь. Что ты любишь, дружок? Балалайку? Рожок? Вам ответят, конечно, гармонь! На сцене вокальный ансамбль «Веселуха».
Руководитель Оксана Балакшина. Аккомпанирует ансамбль народных инструментов. Руководитель – заслуженный работник культуры Республики Мордовия Тамара Кидякина.
На сцене заслуженный работник культуры Республики Мордовия Анастасия Рябова. Аккомпанирует Валерий Кидяйкин, село Старое Синдрово, Краснослободский район. Тальян. Настоящий виртуоз! Виртуоз и только! Гармонист не устает! Никогда! Нисколько! Встречайте заслуженного работника культуры Республики Мордовия Виктора Пивкина, село Старая Терисморга, Старошайковский район. Цыганские мотивы! Thank you.
Головкинский район. Липецкие припевки. Гордо и с улыбкой гляди. Он игрой своей задорной
всех поднимет и взбодрит. Мы ровесники с тобою, позабытая гармонь. Но еще сплясать как сможем, только сердце наше тронь. Встречайте вокальный ансамбль «Ивушка», руководитель Валентина Милованова, Тингушевский район. Эх, гармошечка, играй! Thank you.
Драться нет желания. Ты играй, тоску и гармонь. Начались страдания. Встречайте народный ансамбль «Лай моя», руководитель Александра Кутилина. Село Лесное Цыбаево, Темниковский район. Страдания. Играй, играй, гармошка. Без тебя наша жизнь нужна. Thank you.
хлопа, три припопа, под гармонь гуляет Русь. Проживем и без Европы, разбавляя песни и грусть. Для вас поет Валентина Веймяйкина, аккомпанирует Андрей Тряпкин. Село Мордовская поетка, Инсарский район. Припевки!
твои рубашки, мой рубашки, погоду моя. Встречайте Владимира Володина, село Богдановка, Старошайковский район. Белый теплоход. Я засмотрелся на тебя, ты шла по палубе молчанье, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил. И закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за кормой уплывал веселый морвокзал. Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас встречает за кормой сиянье синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня. А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, и ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобою, и засмотревшись на тебя, и знаешь почему, я в этот миг как никогда завидовал ему. Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас кричает за кормой сиянье синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас кричает за кормой сиянье синий глаз. Чая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Для вас поет Нина Мучкаева, аккомпанирует Андрей Чергаев, село Чендяново, Дубенский район, Чистушки. Thank you.
Кирилл пинджачок, вот настоящий дурачок. Пою пилоречика, за ремень держал еще, он зараза улетел, я с ним остался. Село Латышовка, Кадошкинский район. Наигрыши! Вздыхалась я с первого боя.
поднимался дух, и рать великая вставала, и каждый воин стоил двух. В тылу, в окопах и в землянке ты песни отгоняла страх, и вместе с Теркиным на танке весною въехала в Рейхстаг. Встречайте, на сцене ансамбль «Перезвон», руководитель Сергей Гинин, Краснослободский район, инструментальная композиция «На Берлин». Республики Мордовия, Сергей Контеев, Чамзинский район. Проезжала конница. Повстречала конницу резвая печи, соскочил со своего коня. Девка черноокая, дай воды напиться, напои горячего коня. Девка черноокая, дай воды напиться, напои горячего коня. Напоивши конника, парень глянул в очи, сам поехал дальше воевать. Проезжал на конице, двигались отряды перед знакомыми.
шумел, гудел зеленый лист. Пулею сраженный, ох, лежит герой, синеглазый парень гармонист. Проезжал на конница, двигались отряды, а в лицо ему Лямперский район. Солдатский перепляс. Без гармошки на войне солдатам туго дышится. И настроение на нуле, и письмецо не пишется. И дух спадает боевой без задушевных песен. И ставший, словно дом родной, блиндаж угрюмый тесен. Так.
Встречайте, на сцене Александр Рубцов, Республиканская детская школа-интернат городского округа Саранск. Песня о молодом казаке. На коня сажусь, конь брыкается, села крошку есть, да кислит квасок, а душа моя разрывается. Пулю завтра я получу висок, а душа моя разрывается. Пулю завтра я получу песок, степь широкая, унеси меня к родной моей косоронушке. Пожалей меня, пожалей коня, мол, жив еще до бежонушки. Пожалей меня, пожалей коня, мол, жив еще до бежонушки. Срубил еще свои ходушки, и сажал еще и посевицы, и срубил еще свои ходушки, и сажал еще, ой, посевицы. Как зайдет заря, заря я, позовет на забор. Вера ты моя православная, возверни меня и коня домой. Вера ты моя православная, возверни меня и коня домой. Верни меня, ой, коням домой. Встречайте народный ансамбль гармонистов имени Учваткина. Руководитель Петр Баканов, Темниковский район. Наигрыши на темы песен о войне. Thank you.
Струняева. Аккомпанирует Михаил Латышов. Село Рыбкино, село Токмово, Калыкинский район. Частушки. Я думала, паяла, ты не видел вида.
Карпина. Аккомпанирует Владислав Шумкин, Атюрьевский район. Военные страдания. Народная гармонь тревожит сердце благородное. И музыкой волнующей, особенной, вновь наши души связывает с Родиной. На сцене Александр Алаев, Чамзинский район. Матушка Русь. Это не сказка, не притча, а пыль. Люди обижены были судьбою, помнят цепи тот поникший ковыль, черного ворона над головою. Что же ты делала, матушка Русь? Пред тобою провинили, или защищали мы плохо тебя, или в церквах за тебя не молились. Вспомни, родная, мы дети твои, дети на мать обижали. Уральские барабушки. Я
Thank you.
Старкова, село Атимар, Лямберский район. Песня Самарской области. В лесу канарейка. Что ж вы, девочки, не поете? Что ж вы не танцуете? Али ноги, кривоноги, али полоходите? Концерта окончено. Ждем вас в этом зале через 15 минут. Ой, на Казани гармониста я люблю. Ничего, что нос картошка и лицо не для кино. От его лихой гармошки сердце льется.
романистов. Руководитель Виталий Осипов. Село Лемдяй. Старошайновский район. Наигрыши. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Вячеслав Криволапов, Зубово-Полянский район. Попурри из русских народных песен. Вы все мои.
Встречайте, Владимир Нецкин, Зубово-Полянский район, Уральская барыня. Yeah.
встречайте, на сцене Валерий Ануфриев, Атяшевский район. На крутую пойду горку. На крутую пойду горку, стану с лесом говорить. Скажите елочке сосеночке, которую любит. Своей милке я стремился, я смертельно к ней летел. Лес и горы не держали, из-под ног огонь летел. Милка ленты, милка банты, милка роза. Ты, милка, я в себя втетелился, не знаю, как же ты. На крутую пойду горку, стану с лесом говорить. Скажите, ёлочке, сосёночке, которую любить. За внимание спасибо вам, девчоночки, и вам, вашим сереньким, голубеньким, оранжевым, малиновым, лиловым, фиолетовым и черненьким глазам. И черненьким глазам. Брошу, брошу все дела, брошу позабуду. Даниила, топать пяткой буду. На сцене Иван Барышников, село Инелей и Чалковский район. Частушки. Начинаю петь частушки совершенно первый раз. Хоть от песенок не знаю, прошу не смеяться вас. Заиграл гармония моя, сегодня тихая заря, тихая заринечка, услышит моя милая. Последнюю неделюшку прощайте, мои девушки. Не лезьте мы, ребята, и не лезьте мы поем. Кто наших девчат полюбит, все равно мы отобьем. Простите, я скажу, зачем я в нижний край хожу, там комички синие, девчата все красивые. Ах, дорогие зрители, так что глазами шарите, ой, я мальчишка, тудым-сюдым, вы меня не знаете. Мальчишка я, не любят девушки меня, ах, любят только бабушки, да у кого нет дедушки. Ах, сапоги мои грохочут, и я тоже грохочу, да моя милка хочет замуж, а я жениться не хочу. Я с колхоза подарила мне гармонь.
мое сердце неспокойно, да-да, успокоила. Ой, спасибо, ждите ли вам, я уже наигрался, домой им ручкам стало, блин, а то и вам досталося. Поднесите стакан водки до утра, я вам спою. А если нравится все стушки, то еще вам привезу. Встречайте на сцене Галина Морикова и Алексей Макаев. Тарбейский район. Елецкие страдания. Здорово, зять! Здорово, теща, здорово! Играешь? А, играю. Ой, девки, глянь, теща-то моя пышна, а против зятю не вышла. Не вышла? Нет. Это почему это такое я не вышла? Хотела обойтиться без тёщи, да без тёщи и перина будет жёстче, и зять будет тоньше. А ну, отойди, зять, в сторону. Частушки петь буду. А кто ж тебе играть-то будет? Сама. Ну, давай. А теща дорогая, самогоночки налей, неужели я не стою рыжей дочери твоей? Ой, теща дорогая, говорю заранее, в сторону всю критику, давай споем страдания. Ох, запою я, застрадаю, ох, свою тещу доконаю. А на палате холодно, а на печке жарко, теща не моя мамаша, мне ж тебя не жалко. Тещи лучше нету, ох, она ждет меня к обеду. Ох, теща дорогая, моя матушка, не видать в тебе костей, одна мякушка. Ко мне, зятёчка, я индюшку закалю. Не горюй, моя индюшка, я на рашен говорю. Хватит, тёща, петь частушки, так на шею можно сесть. Забираю я гармошку, нам блины пора уж есть. Забираю свою гармошку, нам блины пора уж есть. Пряник. Не давайте мне конфет. Дайте в руки мне двухрядку. К
Козырной авторитет. Встречайте вокальный ансамбль «Золотое колечко». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Анастасия Рябова. Аккомпанирует Валерий Федяйкин. Село Старый Синдово. Заманю гармошку на свидание. На сцене Виктор Сельдушов, Рузаевский район. Мужские страдания. Спрятала.
мажор. Санкциями нас пугает Америка с Европою. Да с такими мужиками санкции нам по фигу. Чтобы мирно люди жили, и я в лепешку расшибусь. А я в Америку поеду и на псаке там женюсь. Я б еще пропел частушки, да гармошка хрена-то. Я б купил вон там другую, так и зарплата-то не та. Чистушки от старушки веселушки. Добрый вечер, господа и дорогие зрители. Не артист к вам приехал, просто мы любители. Не хожу теперь в аптеку, не хожу.
Раньше мы в лаптях ходили, глиной мазали плетение, а частушки распевали до рассвет каждый день. 13 Аккомпанирует Виктор Шелгин, Атяшевский район. Поцелуй меня, перепетуля! Я стою среди тенистого сада, и гитары хоть не под полой,
для тебя я спою серенаду. Хочешь слушать, а хоть беги домой. Да поцелуй же ты меня, перепетуля. Я тебя больше жизни люблю. Для тебя все, что хочешь, найду я. Сочка мало, еще сочка ну. Да поцелуй же ты меня, перепетуля. Я тебя больше жизни люблю. Для тебя все, что хочешь, найду я. Сочка мало, еще сочка ну. Я кровать твою в облая пишу, чтобы сладким был утренний сон. Для тебя я люблю этой воблой. Хочешь путем, а хочешь целый вагон. Да поцелуй же ты меня, перепетуля. Я тебя по всю жизнь люблю. Для тебя все, что хочешь, найду я. Сочка мало, еще сочка ну. Тебе пудры и мыло, хочешь мойся, а хочешь торгуй. Для того, чтобы крепче любила, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Да поцелуй же ты меня, перепетуля. Я тебя по всю жизнь люблю. Для тебя все, что хочешь, найду я. Сочка ванна, еще сочка ну. Да поцелуй же ты меня, перепетуля. Я тебя по всю жизнь люблю. Чтобы ноги не стояли, чтобы губы пели свист. Встречайте три.
образцового ансамбля «Разноцветье», клуб «Аллегро», руководитель Ольга Швецова, аккомпаниатор Алексей Макаев, Торбеевский район, русская народная песня «А у Володи на таку».
Далее на сцене лауреат международных всероссийских конкурсов и фестивалей, гость из Санкт-Петербурга Сергей Шиндин, «Чардаш». Зазывай, девочек затягивай. Встречайте на сцене народный ансамбль «Поляне». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Вячеслав Криволапов. Зубово-Полянский район. Крапива. Oh,
Истинно народных артистов фестиваля «Играй гармонь».
Гармонь, на мой взгляд, это не только музыкальный инструмент, это еще и инструмент нашей души. Ну и посудите сами, сегодня мы с вами, да, порадовались через этот замечательный праздник жизни. Мы узнали очень многое о жизни села, города. Мы очень многое узнали о любви сегодня в частушках. Даже нечто новое для себя открыл. Мы узнали политические события с вами, да? Даже есть желающие у нас жениться на Псаке. Я думаю, что она тоже скоро станет мордовкой Рузаевского района. Поэтому еще раз аплодисменты за этот великолепный праздник нашей души. И перейдем к награждению. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Исполнитель песен частушек, солисты, вокалисты» награждается Аня Кукушкина, Темниковский муниципальный район. Дипломом лауреата второй степени награждается Нина Мучкаева, Дубенский муниципальный район. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Исполнитель песен частушек, солисты, вокалисты» награждается Анастасия Рябова, Краснослободский район. Дипломом лауреата под ваши бурные аплодисменты награждается фестиваля из Санкт-Петербурга Сергей Шиндин. Мне кажется, он нам понравился, да? Да и фамилия у него Шиндин, почти Чиндин. В номинации «Исполнитель песен частушек вокальной ансамбли» награждается трио детского образцового ансамбля «Разноцветье» Бальный район. Дипломом лауреата второй степени награждается ансамбль песни «Любава», руководитель Любовь Козлова и Чалковский район. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Исполнитель песен частушек вокальной ансамбли» награждается Нина Шумкина и Надежда Карпина, Атюрьевский муниципальный район. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Поющий гармонист» награждается Александр Рубцов, Республиканская детская музыкальная школа-интернат, городской округ Саранск. Дипломом лауреата второй степени награждается Александр Алаев, Чамзинский муниципальный район. Ефим Сарайкин, Ковылкинский муниципальный район. Дипломом лауреата второй степени награждается
дипломом лауреата первой степени в номинации «Гармонист-любитель» награждается Владислав Шумкин, Атюрьевский район. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Гармонист-профессионал» награждается заслуженный работник культуры Республики Мордовия Алексей Первушкин, Рамадановский муниципальный район. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Гармонист-профессионал» награждается заслуженный работник культуры Республики Мордовия Виктор Пивкин, Старошайковский муниципальный район. Дипломом лауреата первой степени награждается Владимир Ецкин, Зубово-Полянский муниципальный район. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Гармонист-профессионал» награждается Петр Полшков, Лямбельский муниципальный район. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Ансамбль гармонистов» награждается трио гармонистов, руководитель Виталий Осипов, Старошайковский муниципальный район. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Ансамбль гармонистов» награждается Народный ансамбль гармонистов имени Серафима Учуваткина, руководитель Петр Баканов, Темниковский район. Дипломом Гран-при республиканского конкурса народного творчества «Играй гармонь» награждается ансамбль гармонистов «Добрые молодцы». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Вячеслав Криволапов, Зубово-Полянский муниципальный район. Для вручения главного приза на сцену приглашаем руководителя музыкального магазина «Флойд», представителя фабрики «Тульская гармонь» Дениса Бекшаева. Добрый день, дорогие друзья! Очень здорово, что большинство посетителей нашего прекрасного конкурса сидит в этом зале и видит, как мы их награждаем, этих прекрасных артистов. Еще раз ваши аплодисменты. Несмотря на море эмоций из кулисных игр, мы думали, что рано или поздно Зубово-Полянский ансамбль что-нибудь выиграет. И вот, наконец-то, это случилось. Опять же, им аплодисменты. Я вручаю прекрасный инструмент лучшему коллективу Мордовии в этом году. Они того заслуживают. Будь добру. И я знаю, что у них есть заготовленный номер. Все участники республиканского конкурса «Играй гармонь» награждаются дипломами за участие. Бурные аплодисменты всем участникам! И с праздником! Играй гармонь, гармошка милая, и не жалей свои меха. Играй гармонь, и с новой силою ты проживешь еще веха. Гармошки заиграют, собираются друзья. Чуть гармошки заиграют.
завершению. Вас кто, Мазана? Не, Мазана.